Всем привет, меня зовут Таня, и я очень рада, что вы вновь на моем канале. И сегодня у нас будет, конечно же, фикс прайс. Я давно уже не заходила в фикс прайс, потому что, как не зайду, всегда там ничего особо нового и интересного. В принципе, все для дачи, какие-то цветы, и наши фикс прайсы очень редко обновляются. Но у меня закончились все средства, которые мне нужны были в фикс прайсе, и, конечно же, я сделала небольшой набег на фикс прайс, и есть какие-то новинки. Есть, конечно же, мои любимчики, есть и вещи, которые никогда не брала, но в этот раз взяла, и они мне очень понравились. И первое, что я взяла, я так думаю, это небольшая такая новиночка в фикс прайсе, многие уже ее уже брали, конечно же. Девчонки мне писали, что возьми, Таня, попробуй этот кондиционер для белья «Пробуждение весны». Написано, что хватит на 100 килограмм одежды. Вот такой кондиционер. Пахнет он обычно, как и любой кондиционер с фикс прайса. Я бы не сказала, что прям сильно ярко или как-то вкусно пахнет, знаете, там тропическими фруктами. Нет, здесь заявлены, естественно, цветы. Пахнет таким нежным, ну, как обычный кондиционер. Я бы не сказала, что он мне очень нравится, этот запах. Но, как бы, в принципе, так-то неплохой. И тут написано, почему мне как бы нужен такой кондиционер. Потому что написано, подходит для ручной машинной стирки. Содержит натуральные компоненты. А я такими кондиционерами пользуюсь не только в стиральной машинке, но и в ручной стирки, поэтому мне нужны кондиционеры. Не все кондиционеры просто подходят для ручной стирки. Кто, девчонки, уже брал, напишите мне, как он хорошо держит запах после стирки и вообще, как он хорошо, хороший кондиционерчик или нет. Потому что до этого я брала кондиционеры в таких вот баночках и тоже вот в таких мягких, но там был вообще такой яркий, вкусный, сладкий запах. Мне очень нравился, но сейчас этого кондиционера у нас почему-то в фикс прайсе нет. Конечно же, не могла я уйти из фикс прайса без своих любимчиков. Значит, 10 в одном. Гель чистящий универсальный. Обожаю этот гель просто. В унитаз налил по краешку, и у вас чистый унитаз. И, конечно же, гель для прочистки труб. Как только вы увидели, что у вас в ванне стало хуже бежать вода, потому что все равно волосы засоряют трубы. Как только увидели, что чуть-чуть хуже, да, бежит, сразу наливайте четвертую часть этого геля, ждете 15-20 минут, лучше полчаса. Ничего, некоторые боятся, что он пластмассовые трубы разъедает. Не разъедает ничего этот гель, хорошо очищает, хорошо все растворяет внутри труб, все прекрасно. И трубы, и просто потом вода бежит по вашим трубам, как будто вы поменяли трубы. Так что, девочки, кто еще не брал, я думаю, таких людей уже не осталось, но все-таки, кто еще не брал, обязательно попробуйте эти гели, просто вам рекомендую на все. Следующая вещь — это новинка. Я увидела тоже у девчонок, что они ее берут, и тоже взяла попробовать. Это чай цитрусы, мята, имбирь, марокканский рецепт. Новый формат чая. Так, заварная основа. В общем, это жидкая вот такая основа, чай. Я вообще любитель таких основ. То есть я не люблю вот эти, в принципе, пакетики. Если бы не было пакетиков, и вот такие основы бы, да, были только жидкие, я бы пользовалась только им. Я обожаю такой формат. То есть, во-первых, мягкая упаковка, удобно наливать, удобно брать с собой. Просто закинул в сумку, не надо с этими пакетиками шастать и так далее. Здесь написано апельсин и лимон. Содержит бета-кератин, магний, железо и витамин С. Мята благотворно влияет на нервную систему, что нам очень нужно, особенно весной и летом. Нервная система шалит. Зеленый чай – источник минералов и антиоксидантов. Без консервантов, искусственных добавок и красителей. Значит, здесь показаны варианты заваривания этого чайка. И у нас производитель. Произведено для компании RelaxMe, Москва. Производитель Глобус, Ленинградская область. В общем, Ленинградская область. Город Опочка, извините, город, если неправильно назвала, но, в общем, Россия производит, да, обожаю такой формат. Если еще другие вкусы какие-то попустят, помните, раньше такие были чаи, такие в больших банках, в капсулах, различные вкусы, вот я их обожала просто. Они сейчас продаются, но их очень редко найти, они, как правило, продаются в больших каких-то магазинах. И то вкусы меняют, то еще что-то. Ну, то есть я не могу их найти, такие банки. И вот это, ну, в принципе, точно такой же формат, только как бы в жидком виде. Кто еще не брал, возьмите, попробуйте. И потом мне напишите обязательно, как вам понравился такой формат или нет. Ну и к чаю тоже близко. Появилась наконец-то, да, моя любимая МакКофе, капучино. С пакетиками шоколада, то есть вот так вытаскиваете пакетик капучино. И здесь вот такой маленький пакетик с шоколадом тертым. Ну что могу сказать, значит, вот такой 55 рублей, да, стоит, но здесь 5 упаковочек в фикс прайсе. Если же по акции брать, 65 рублей стоит в магните 10 упаковок. Поэтому вот смотрите, у кого есть магниты, захаживайте, кто любит вот такие
Смотрите, если есть по акции, берите, конечно же, по акции выгоднее. 65 рублей 10 упаковок, а здесь 5,55. Но зато без акции в любой момент вы можете зайти. Я обожаю его. К слову об этом капучино. К нему же я еще купила вот такие же маршмеллоу. Знаете, такие вот такие мармеладки. Многие меня сейчас закидают камнями, скажут, это вредно. Конечно, это вредно все, но это очень вкусно. И после трудового рабочего дня, чтобы расслабиться и восстановить свои силы, кто любит такие вещи, я вам всем советую. Вот так выглядит эта мармеладка, вот так она мягкая. Вы добавляете вот в это капучино штук 10. Они по чашке как бы так растворяются, 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 и они растворяются в ноль. То есть у вас остается только на этой чашке, на капучино, как бы пенка от этих маршмеллоу. Больше ничего не остается. И очень вкусный дает такой сливочный мороженое. Знаете, как будто мороженое у вас растворилось в кружке вот на капучино. И вот такой тоже вкус дает. Так что, девочки, кто еще не взял, но очень любит, обратите на них внимание. Следующая вещь, которую я взяла, это тоже у них новинка, это прил «Секреты настроения», граната и инжир. Там прила много, но вот граната и инжир, это, по-моему, у них новинка, эффективно удаляет жир. Я люблю прил, он не совсем густой, но цвет, видите, да, из-за цвета только взяла. Мне очень понравился, и еще очень вкусный запах. Знаете, такой прям вот гранатиком такой пахнет и инжиром. Все равно пахнет. Кто уже брал вот такой, вы напишите мне тоже, как он хорошо удаляет жир. Ну, я думаю, они все удаляют, в принципе, одинаково, как и любое чистящее средство, ничего тут особенного нет. Следующая вещь, которую я взяла, и всегда, в принципе, это выгодная покупка. Кто, девочки, любит чипсы, да, это тоже вредно, но и тогда иногда нам нужно, и вообще кому нужны чипсы там. То есть вот такие чипсы из печи в других магазинах стоят очень дорого. У нас, я заметила, они 70 рублей, есть где и 80, это вообще, это что такое? За такой маленький пакетик 80 рублей. В фикс-прайсе стоит 55 рублей, самая выгодная цена на эти чипсы. То есть их много там вкусов, ароматный укроп, там, по-моему, с кальмарами, ну что-то такое. В общем, все вот эти серии, вся эта серия из печи есть в фикс-прайсе. Во всех фикс-прайсах разная, как бы, серия. Но самая выгодная цена именно на эти чипсы из печи, потому что они очень вкусные и очень ароматные. Следующая вещь, девочки, которую я купила, это, наверное, к Пасхе. Я не видела до этого такую вещь, но она мне очень нужна, потому что, когда варишь яйца, постоянно не угадываешь по времени. Я не знаю, это чего зависит, может быть, от самих яиц это зависит, может быть, не знаю, в общем. Но купила таймер для варки яиц. Посмотрите, какая прелесть. Вы только на нее посмотрите. На эту курочку, на это яичко. То есть это вот такая какая-то круглая основа. Ее надо бросать, как бы вот здесь показано. Когда варите яйца, закидываете ее тоже в эту кастрюлю. И вот, если одно вот такое у него пожелтело, то это вкрутую яичко. Если два, то в мешочек. Если три уже, то в смятку уже готовое яйцо. Очень такая прикольная штука, есть различные расцветки, и как бы вообще, кто уже вот такой пользовался, я вообще не знаю, в принципе, это, то есть только стекло не лопается, интересно, от кипятка, кто уже брал, напишите, не лопается ли от кипятка, очень такая забавная штучка, взяла на дачу себе. Скоро же на майские праздники, надо ехать на дачу, белить всякие кустики, вот такие перчатки, по 55 рублей эти перчатки. Мне очень нравится у них, что у них они такие мягкие, знаете, у них хорошая вот эта резинка, которая не сползает с рук, потому что у других перчаток сползают с рук резинки, и у них прорезиненная основа. Так что, девочки, кто занимается дачей, я считаю, что эти перчатки очень нужны. То есть у них вот здесь вот такая прорезиненная основа, а здесь она уже более-менее такая тканная. И очень удобные перчатки, резинка не сползает. То есть даже вот другие перчатки, которыми до этого пользовалась, кисточку. Ну, кисточка это как бы, как сказать, белишь, да, кустики, и перчатка все равно сваливается. А здесь она плотная, эта перчатка сидит, потрясающие перчатки. Я в том году брала эти перчатки, и в этом году расцветки разные. Вот видите, какие расцветочки взяла. Ну, как люблю я. Чтобы за километр было видно. Так что, девочки, у кого дача и вообще кто занимается посадками, всякими растениями, очень вам рекомендую такую штучку. Следующая штучка я взяла, это у нас вот такая обложка на паспорт. Посмотрите, какие шикарные котики. Значит, это обложка органайзер. 55 рублей она стоит. Мне понравилось то, что мне нужно просто поменять обложку на паспорт. И здесь не просто как обложка она сделана, а здесь вот так сделано. То есть здесь замочек. Видите, можно туда карточки спрятать
или какие-то секретики, или, допустим, страховой полюс, или еще что-то. И паспорт вы то есть сюда запихиваете, и у вас вот этот секретного карманчика никто не видит, кроме вас, не знает. Соответственно, сюда паспорт, а сюда тоже какие-нибудь бумажечки. Вообще классная штука, различные расцветки, но все какие-то некрасивые. То однотонные, то с каким-то ананасом, то еще что-то. А вот котики, вот, очень красивая и неприметная, в принципе, такая, но очень приятная и симпатичная обложечка. Мне очень понравилось. И даже как бы их надолго хватает. Вот знаете, они еще такие, внутри у них что-то есть такое, то есть такой материал, что он мягкий. И за счет этого надолго их хватает. Потому что когда они жесткие, они за, как бы в сумке у вас за что-то цепляются и постоянно рвутся. А когда вот такая мягкая обложка, она ее надольше хватает. Так что, девочки, обратите внимание, кому нужна обложечка на паспорт. Следующая вещь – это жидкие патчи. Вы уже видели про них. Что могу сказать? Попробовал я их 3 раза. И после всех 3 раз, как бы многие мне написали, что это я как-то виновата, не так их использовал или еще что-то. Но у меня не просто отек, у меня было покраснение на этих местах. То есть, если бы у меня был просто отек, это я, как бы, как говорится, могла бы списать на себя. Но в тех местах, на которые я наносила эти патчи, у меня были покраснения. Я думаю, на предыдущем видео вы видели во влоге, что там именно покраснение вот так вот. А не просто как бы припухлость и отек. Это маленько разные вещи. Если есть покраснение, значит, это идет уже какая-то реакция внутри организма. Поэтому я больше такие патчи не хочу использовать. Кому подходят. Это вот, знаете, к слову о том, что одна вещь не может подходить, один продукт всем. Даже то, что я, допустим, рекомендую и показываю, вы мне многие пишете, кому-то подошло, кому-то не подошло. Это вот к слову о том, что у всех организм разный, и один продукт не может подойти всем. И ничего в этом страшного нет. Как бы не, ну, невозможно под каждый организм, под каждый какой-то гормональный фон подобрать один и тот же продукт. И это нормально, все мы разные, у всех нас организм разный. Поэтому это говорит о том, что мы живые, если нам что-то не подошло или что-то подошло. Поэтому, девочки, кому подошло, я только за. Так-то, в принципе, идея неплохая. Просто нужно попробовать настоящие жидкие патчи корейские. Я думаю, они будут гораздо лучше, чем вот эти. Следующая милая вещица, вы только на нее посмотрите. Я как увидела, я часто беру, я просто не показываю такие ручки, гелевые ручки. Они мне и дома я пишу, какие видео мне надо снять, и на работе я пишу в тетрадке и такими ручками. Как бы кончилась паста, все, отдаю там девочке, у ней ребенок, она меняет просто стержень, просто мне сама ручка вот это надоедает. Но в этот раз посмотрите, какая панда. Это вообще, они так на тебя смотрят. Возьми меня, купи меня, унеси меня домой. Просто набор фигурных гелевых ручек. Синие чернила, 55 рублей. Там есть, то есть это какая-то серия вот такая. Там есть вот такая панда. Есть лемур, по-моему. Есть еще такой серый медвежонок. Вот их только 3 как бы вида. Но я взяла панду, у них такие прекрасные глазики. Посмотрите, какая прелесть. Хорошие ручки, девчонки, но у них очень тонкий стержень. Я не очень любитель тонких стержней. Кто любит тонкие стержни, прям вот там надо выводить. И еще к концу ручки, когда заканчивается ручка, гель немножко вылазит из стержня. Вот это тоже беда. Кому... То есть получается, что вы, когда пишете какое-то слово, могут быть помарки. Кто пользуется такими ручками, обратите тоже на это внимание, потому что могут быть помарки не от вас зависящие. Просто вы пишете, и у вас как-то вот этот гель выплескивается из, ну, как бы из самого стержня, и все. И у вас получается пятнышко там, где вы пишете. Потому что, поэтому будьте аккуратнее, но ручки вообще супер-пупер. Ну и еще одна вещь, которую я купила, которая сейчас у меня на глазах, это вот ресницы, вторая партия ресничек, девочки. Пока жду с Алиэкспресс свои любимые реснички, уголочки, мягенькие на тканевой основе, купила вот эти, потому что все равно нужно приклеивать, все равно с ними как-то взгляд открыт. Девочки, это самые лучшие бюджетные реснички из того, что есть у нас в открытом доступе. Кто еще не пользовался такими ресничками из Фикспресса, стоят они 55 рублей. Возьмите и попробуйте, вы ничего не теряете, здесь 2 пары. Если не умеете клеить, у меня есть видео, я поставлю заметку, как их клеить, именно вот эти реснички из Фикспресса. Они нормальные, они хорошо клеятся, они хорошо держатся. Главное, нужно иметь хороший клей. Если у вас хороший есть клей, можно приклеить абсолютно любые реснички. Но в Фикспрессе есть несколько видов ресничек. Не выбирайте вот такие сильно густые, потому что они сами по себе жесткие. Вы их будете клеить очень тяжело, их клеить, вы их не сможете носить, вы не сможете управлять глазом, потому что они настолько жесткие, вы даже глаз не можете закрыть. А вот такие вот... Видите,
чем слабже вот такие и как бы реснички, как сказать, между ними больше пространства, тем они лучше. Они сами по себе мягкие, они сами по себе пластичные, они хорошо смотрятся на глазах. Вот их практически не видно, сейчас вам покажу. Вот видите, они вот какие мягенькие, их не видно, они хорошо сидят, я их вообще не чувствую. То есть я накрасила, соединилась с своими ресницами, и я их не чувствую. Это лучшие реснички из бюджетных. Поэтому, девочки, кто еще не пробовал, но очень хочет, можете взять, попробовать, посмотреть у меня видео, как их нужно клеить правильно. Тут есть белая пленочка, которую нужно обязательно срывать. Вот, поэтому это все мои покупочки, которые мне нужны были, и надеюсь, они вам тоже понравились. Так что, девочки, спасибо вам большое, что были со мной в этом видео, и вообще спасибо большое за все ваши комментарии, за все ваши советы и так далее. Всем хорошего настроения, всем любви, счастья и терпения. Всем пока!